мы такие загораем. О, море зовет. Дети, помашите ручкой. Иха! Это я приехала в свою любимую родную Астрахань. Это моя маленькая принцесса, сестренка Настя. А это мой крестник Леня. Ленечка, иди покажись. Подплыви, давай. Вот ты мое счастье, пока доплывешь, у меня закончится место. Покажись, давай. Красавчик. А я пока что загораю, потому что я уже накупалась. И у меня немножко будет шататься камера. Я что такая, Лень? Я всегда мало купаюсь. Так что вот. Загар. Ой, я камеру переворачиваю вечно. Мы готовим обед. Точнее, Настя нам готовит уже ужин. Ребят, простите меня за постоянно летающую кверх ногами камеру. Я еще не понимаю, как снимать надо видео, чтобы она у вас в камере не переворачивалась. Настя, ты ничего не говоришь людям. Занята процессом, да? Бицепсы-то у тебя вообще. Так, у нас тут всякая зелень. Я пойду пока покажу ваш дом. Окейшки? Окейшки. Начнем давай со двора. Покажи еще посередине. Да. Здесь иногда вот мы завтракаем на улице. Да, дом моей тети и дяди. У них очень крутой, супер сад. Огород. Много всякой зелени. Вон там бассейн. Беседка. Тут у нас даже гигантские цветы. Это салон. Тетя у меня, она занимается. Здесь мы делаем шашлыки. Это у нас колодец прикольный очень. Вот. Где наши цветы? Я сейчас их покажу издалека. Необычно, и ночью светится. Деревья, салон Лена. Просто сама парикмахер, стилист, я визажист. Так получилось, что мы как раз-таки я в купальнике. Заходим в дом. Так, мы зашли с другой стороны. Такая красота здесь у них. Настя, ты что, себе делаешь маску из огурцов? Это у нас детские фото. Скажи, какая я была щекастая. Настя была вообще щекастая. Вот Настя в очках, она щекастая. А это Лёня, он тоже щекастый. Лёня любил лук. Он такой там с луком стоит. Это наш телевизор. Который никто не смотрит, да? Это мамин компьютер. Мамин компьютер. Это Настя красотка. А вот и наша мама. Куча всяких икон. Это камин, он настоящий. Вот и наша мама. Это моя тетя. Да. Вот мама в Донбай. Мама в Донбай вместе с папой. Это вообще не ходит. Вот это очень красивый такой столик. Рабочий. Угу. Маленький рабочий столик. А здесь у нас все стеклянные фигуры. Здесь ух такие ты. Вот давай колечки. Показывай, Настя. Угу. И колечки, а внутри такой мешочек с голубым и белым камушком. Тут очень настоящий прозрачный бриллиант. Ну, а снизу такое как бы зеркальце. Угу.
Вечеринки для, естественно, для новоселья. Это похороненные бабочки, которые подарили нашей маме на день рождения. Вот первая, вот вторая, ну и где-то, конечно, третья. Да, покажи мне вон. А, вон, да, бабочка, да. Вон наверху третья, Настя, вон она наверху, я ее вижу. Да. Это статуэтки Иисуса Христа Младенца, Богородицы и Иосиф. Это верблюд, который у нас из Египта. Я не помню, это вы делали сами? Мама делала? Мы все покрасили. Смотрите, там снизу мы покрасили в белый. Ага. Вставили сюда новую лампочку. Ага. Покрасили тут аэрозолью и украсили саму лампу. Это мама сама делала, да? С тобой? Да. Это мы сделали для фотосессии. Но круто. Пока мы их еще не носили. Красивенько, давайте. Ой, мамочка, как это вот так. Красивенько, говорю, давай. Это было красивенько. Как бомбочка. Так, а теперь... Господи, с детьми приехали. Ой, они сейчас тебя будут учить синхронному плаванию. Давай. Давай. Анастасия, показывай нам, как надо плавать. Это же за человек-амфибия. Ой, Настя. Так, а теперь все быстренько идите сюда и помашем ручкой в камеру. Бегом. Лёня, иди быстрее махать ручки, Настя. Да, я дышать, я не могу. Ой, тут какая-то струя. О-о-о. Я дыхание в морду. Зачем нам Турция, да, Настюк? Когда есть бассейн. Вот мы сейчас с Настей обсуждали. Настя, где ты была? В каких местах отдыхала? Она говорит, а в Турции и на Мальдивах. Я говорю, что у тебя размах, ребёночек. От Турции до Мальдив. А потом я говорю, а где тебе понравилось больше? Она, а, на Мальдивах. Я говорю, слава богу. Хорошие вкусы, девчонки. Так что... Я ногу умею поднимать. Так. А подожди, Лёня, подними меня на руки, Лёнь. Ты же этот силач. Давай на руки будешь меня держать на руках. О, настоящий Лёнь, мужчина. Настя, давай теперь я тебя. Лёнька нас держит всех, представляешь? Сейчас я приду. Настя, здорово, я хочу сказать, меня одну держал. Тебя? Да. А Настя, а давай я тебя буду держать, ты жирная в школе. Да, Настя жирная. Да, Настя жирная. Ты чувствуешь, похудела я, Настю, как слышишь? Да. Я ревала. Настоящая подруга. А сколько пузырьков? Я сколько пузырьков? Она холодная? Вылихай, а ты думал, какая? А ты думал, теплая? Да. И красавица жена вон вдали ходит. Папа, все, да. Давай, давай, что-нибудь делай. Алиска яблоки ест, поэтому она такая худая. Точнее, она ест их эти, как огрызки. Ленька по телефону болтает. Такая белая беседка здесь. Так. У меня еще теперь есть селфи-палка, ребят. Всегда так происходит. Они не обращают на меня внимания, как будто бы не видят, что я их снимаю. Ну, ребят, ну давайте бомбочку сделаете вы. Валер, ну-ка сделай бомбочку. Давай, Виктор, давай мишенем. Я все слышу. Твой iPhone 6 Tercu S.
У меня iPhone 6. Даже нет. Фу. Так что не дышать. Он все в ком. Так что спросили, когда раз надо идти в воду. Брызги, брызги. А что почему другой купальник? Потому что в этом... А что он еще в ком ходит? Нет, вы спросили. Андрей. Ну красиво ты. Креативно. Привет. Что он? Красиво, красиво зашла. Как вы думаете, через сколько у меня закружится голова? Танцульки! Вот такие они вредные. Выступает сборная.